В ближайшие два дня Тверскую область ожидает резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, в среду и в четверг в ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметок в минус 25, минус 27 градусов. В такую погоду жители Верхневолжья стараются всеми способами прогреть свое жилище и порой забывают о мерах предосторожности. В сильные морозы именно неисправность электропроводки или печного оборудования нередко становится причиной пожаров. Это, к слову, подтвердили и минувшие новогодние праздники. В целях обеспечения безопасности на территории Тверской области в период новогодних и рождественских праздников Главное управление функционировало в режиме «повышенная готовность». Была организована работа оперативного штаба по контролю за обстановкой в круглосуточном режиме. Впрочем, без происшествий, к сожалению, не обошлось. Так, по данным регионального управления МЧС России, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 на территории Тверской области произошло более 60 пожаров, в которых погибло 5 человек, еще двое оказались травмированы. Основными причинами пожаров стали неисправность электропроводки, неправильная эксплуатация печного оборудования и неосторожное обращение с огнем. При этом, отмечают в чрезвычайном ведомстве, причины пожаров в морозный период, как правило, неизменны. В попытках обогреть свое жилище граждане забывают об элементарных правилах безопасности. Как итог, печальная статистика погибших и пострадавших в огне. Дабы жертв становилось меньше, региональное управление МЧС ведет просветительскую и другую деятельность. На территории региона продолжается работа по оборудованию жилых помещений многодетных семей автономными извещателями. А в 2022 году планируется установить более 20 тысяч таких извещателей. Уже в этом году зафиксирован случай, когда извещатель сработал, разбудил жителей и спас семью от трагических последствий. Добавим, что совместно с органами местного самоуправления, социальной защиты, добровольцами, полицией проведено более 250 осмотров мест проживания граждан, относящихся к группе риска. При проведении профилактической работы в жилье акцент сделан на многодетные семьи и семьи, состоящие на учете в органах опеки. В период праздников организовано посещение более 100 таких семей.